13-й школе сегодня подвели итоги первой ученической конференции. Она охватила огромное число различных направлений внеурочной деятельности. Так, например, за участие в региональной акции «Посылка ямальскому солдату» благодарственные письма от окружного комитета солдатских матерей получили 6 человек индивидуально и практически каждый класс образовательного учреждения старшего и среднего звена. Школьники, для тех, кто сейчас служит в рядах вооруженных сил, в течение месяца собирали посылки и писали письма, которые председатель комитета Людмила Буряк в итоге развезла по войсковым частям. Подобные мероприятия, отмечают организаторы, помогают воспитывать в детях исключительно положительные качества. Получить посылку, посылку от родных, посылку от незнакомого человека, это очень здорово, когда там есть конфеты, есть там сгущенка, это то, что необходимо. И вот в этой акции, то как вы приняли участие, то есть поделились своей душевностью, не в количестве, да, не в качестве, не в финансах, которые вы затратили, а в том, что вы приняли участие, и это здорово.